Ставочку бы? А на что ставочку? Сколько я зафармлю легендарок или что? А сколько в среднем легендарок на 100 паков можно выбить? Я не знаю просто. Вроде бы одна лего на 20 паков. Одна лего на 15-20 паков. Хорошо, тогда давайте... Хорошо, 149 тогда, 150. То есть получается 7 легендарок. Ну, давайте сделаем ставку, выбью ли я 8 легендарок за эти паки. То есть, модеры, поднимите ставку от 0 до 7, от 8 и больше. А, у золотых паков свой гарант. Не-не-не, погодите, у золотых паков... Для золотых это не работает, и работают только одинаковые паки. А-а-а, я понял. Ладно, поехали, с этой начнем, которая валялась. Готово! Первая пошла! Так, чё, погнали. Говно. Хорошо, хорошо, говно. Говно, второе. Говно. Говно, говно. Блять, опять говно. Вообще, редкий только максимум падает. Максимум редкий чат. Опять редкая. Опять редкая. Пока один из восьми. Для ставки. От себя говоришь. Ща, нагоним, ребята, нагоним, не ссыте. Блять, опять мимо, да что-то... Что-то не везет, походу... Блять, Вася, блять, да. Блять, опять мимо. Твою мать. Опять мимо. Давай! Блять, опять... Бля, вообще говно падает! Одна редкая на пак. О, окей, хотя бы эпик дало. Эпик дало, снежный занос. О, вторая есть! Вторая есть. Вторая есть, хорош, хорош, вторая есть, отлично. Я пробел юзаю, Чечня, ты не видишь, что ли? Так, эпическая есть, хорошо. Вторая есть, дополнение вышло, так уже, по-моему, вчера или позавчера даже вышло. Так, две из восьми. Ну, сейчас уже получше пошло, редких больше стало падать. А, еще не вышло? Я юзаю, вот, блядь, чувак. Я юзаю пробел. Вот, смотри. Вот это как я по-твоему сделал? Опять хрень. Опять хрень. Я просто сначала вот так люблю смотреть рубашки. Ничего нет. Сами карты пробела можно открывать. Так. А, ну давайте, давайте так веселее, да. Эх. Давайте, не буду смотреть. Не буду смотреть, буду вот так открывать. Бля, редкая. О, ну эпик хорошо, эпик хорошо. Долго? Нет, почему долго? Нормально. Так, отлично, эпик. Эх. Пока два из восьми. Да не хочу я пробелом хуярить, хочу растягивать удовольствие. Эх. Бля, ну две леги это плохо пока что. Что-то маловато, маловато, чат. О, вот это жирный буст получился. Будешь колоду какую-нибудь крафтить? Не, пока это жирно получилось, нормально. Но не лего. Эх. Редкая карта. Редкая карта.
А ты донатил на эти наборы? Нет, мне их подарили. Да не, на самом деле, естественно, я донатил. Там, кстати, золотая выпала. Золотая карта была, чат. Эх. Плюс одну золотую. Блин, походу, ребята, походу, те, кто поставили на то, что я не выбью легендарки, они победили. Реально вообще не валится ничего. Эпическое. Эх. Сейчас включено отображение сабок на стриме? А, нет, сейчас я включу, подожди. Минус 20к, да. А еще одна золотая, кстати, вышла. В одном паке может три леги выпасть. Здорово, блядь, что я могу сказать? Мне не выпадает. О! Блин, золотой эпик, это хорошо. Слушайте, вот это золотая эпическая, это хорошо, это приятно. Это приятно. Ну, к сожалению, нет лег. Две леги выпало. Не. Пустота. Скам. Скам, скам. Золотой эпик равно лего. Понял. Но мы все-таки на леги делали ставки. Мы... Это не считается за лего. Лего, пожалуйста, приди. Да, бля. Эпическая карта, это классно. Но в БГ будешь пару каточек? Ну, мы вообще думали в RimWorld поиграть. Можно попробовать в БГ, но я пососу хуй. Не. Не. Ну, бля, ребят, на БГ я буду хуй сосать, понимаете? Я не хочу позориться. Я себя чувствую дискомфортно. Золотая редкая, кстати, хорош. Бля, очень красиво, конечно, выглядит. Я, понимаете, дискомфортно себя чувствую, когда играю в БГ на публику. Редкая карта. Бля, пизда, все. Походу, ставка проебала. Бля, хуйня какая-то вообще. Подожди. Я не хочу пробелом открывать, что-то невезение какое-то. О, видите? Бля, все, я не буду пробелом открывать, нахуй, блядь. Третья легендарка. Все, нахуй, блядь, я пробелом не открываю. Эпическая. Две редки и эпическая. Ну, нормально. Больше не открываю. Ничего. Так, ну три есть. Три есть. Нормально. Эх. Привет, Алекс. Три есть. Еще не все потеряно. Еще не все потеряно. Мне твои подсказки не нужны, Резорио. Спасибо, бро. Эх. Так, ну-ка. А если быстро пробелом открыть? Нет, ну редко и далась. Давай, давай. Золотая обычная. Но золотая всегда приятна. Там анимации есть. В арену играешь, ХС? Не. Бля, опять эпическая. За Путина не открыл, Легу не получил. Ладно, этот пак открываю за Владимира Владимировича. Путина. В его честь. Бля, ебать.
А сколько надо в честь Путина открыть? Две? Еще одна в честь Путина. Все, на третью бог да... бог Путин. Ну, все, в принципе, одно и то же. Путин сейчас даст легендарку. Путин легендарную карту дает, смотрите. Бля, нихуя не дал. Ну, в пизду. Все, я больше не буду за него голосовать. Не выполнять предвыборные обещания. Ну, короче, просралась ставка. Просралась ставка, ребята, да. Гарантирую, я дам следующую легендарку. Какую? Вот следующий пак получается, да? Ладно, Василий, давай. Давай, Василий, на пиздоболыча. Проверяем Василия на пиздобола. Пак, который определит, является ли Василий пиздоболом. Давайте. Погнали. Не буду специально смотреть, буду открывать по одной. Еба, Василий, ты пиздобол, а тебя такого я не ожидал. Теперь ты, Василий, пиздобольный у нас. За Кадырова открываю. За уважаемого Кадырова. Блин, Кадыров тоже не дал. За Иисуса Христа, Сына Господа, в его честь. Ну вот, кстати, Иисус, смотрите, овцы! Вот Иисус, он поэтому он любит людей, понимаете? Как Господь Бог любит людей, так и Сына Господа любит. Он еще и золотую карту мне дал. Еще раз за Иисуса открываю. Вера в Господа — это все, что у меня есть. За Иисуса Христа. Все, я понял. Хорошего понемножку. Так, за кого еще открыть? За Аллаха опасно открывать, не буду. За Украину. За Украину открываю. Слава Украине! Ну, это не впечатляет, нормально. Слава Украине, ну... Ну, Украина, по крайней мере, не сделала мне пакт такой. А теперь слава России. Слава России, за Россию, матушку. Бля, Россия не так... Россия, говорят, щедрая душа, а Украина дала больше, чем Россия. Хорошо, тогда за Газпром. Я, может быть, неправильно открывал. За Газпром надо открывать. Пиздец, мечты не сбываются нихуя. Блин. Или он, они что-то подкрутили, но на релизе мне очень хорошо леги шли. Ну, на релизе мне... Да, на релизе да, на релизе да. У меня есть просто еще один аккаунт, старый такой. За Казахстан. За Казахстан. Казахи сказали не. За кого еще тогда? За Геншин Импакт. А, тоже ничего. Нет, нужно найти на кого-то. За Байдена. За президента Соединенных Штатов Америки. За Байдена. Ай, Байден тоже такой. Жадный. За Лукашенко. Привет, Никита. Привет. За Лукашенко. Ну, Лукашенко... Не, Лукашенко щедрый. Ну, выпендривается просто. Не, нормально, нормально. Еще за Лукашенко. Еще за Лукашенко. Хорош пошло. За Лукашенко. Сразу слился. Понятно. За Зеленского. За президента Украины. За Зеленского. Ну, такое. Такое. За Орду! Да, Нарок, за Орду. Эпическая карта. Ну, эпик дало, но это не супер. За Альянс! Блять, Альянс реально сосет, пиздец. Орда дала больше. За аниме. Да ёб твою мать. Хорошо, может, за Василия надо открыть? Бля, мне кажется, в паке Василия должна быть золотая карта. Бля, давайте, за Василия. Бля, Василий, как ты разочаровываешь, пиздец. Ой, что делать? Может, надо войти и войти? Ой, выйти и войти. За аниме. Пак в честь аниме.
За маму. Мама, спасибо, еще за маму. За маму мою, давай. Мама дала золотую карту. И хватит, сказала. За своего мертвого отца. За моего отца. Батя, спасибо. Батя, блядь, пиздец. Батя, благодарю, батя. Еще раз за моего мертвого отца. За батю, за отца. Ну, то... Ну, кстати, хотя бы эпик дал потом. Ну, батя нормально отыграл. За бабушку! Старая карта. Эпическую бабушка жжет. Еще раз! За бабушку! Бабушка, ебаш давай, бабуля! Бабуля, хренач! Эх, хватит, да, понятно. Ладно, теперь за деда. За деда. Ну, дед нормально, но не, ну, не бабка все. Дед это не бабка. У тебя есть золотые леги? Не знаю. За котиков. За котиков открываю. Котикам похуй, бля. Я знаю, кто даст. За собак. Собаки преданные. И любят людей. Нихуя не любят. За Бобби котика. Главу Близзард. Давай, котик, ебаш. Ну, Бобби дал немного, но не сильно. Бля, за что? За Twitch. За самую лучшую платформу для стриминга. За Twitch. Ну, блядь, от Твича я ожидал такого. Ладно. За модераторов Твича, которые до сих пор меня не забанили и жалеют. Я знаю, что вы иногда смотрите меня. Не спрашивайте, откуда. О, модеры, блядь, спасибо. Пиздец, модеры. Это вам. Еще, еще за модеров Твича. Две эпичные, нормально. За модеров Твича. Еще. Да, ну ладно, я понял, все. Блин, блин, за кого? За кого? 55-е и 51-е за Василия? Давайте! У Василия никнейм 551. Это Васильевский бустер. Ну, бля, Василий вообще ни о чем, нихуя не дает просто. А я за себя не открывал. За себя самого красивого и сексуального. За Сергея Хелье. Бля, ну я тоже так себе оказался, по факту. За Антона. Вот сейчас и узнаем, кто лучше. Антон говно. За Глеба. За меня можно? Антон и Глеб на одном уровне. Последний пак Василия, 51. Последний пак Василия. Ну, получше, получше, но не супер. Так, теперь за Кирилла. За Кирилла. Вау, Кирюха, блядь, красава, пизда. Не то, что, блядь, ебаные Антоны с Глебами, блядь. Вот это я понимаю. Кирилл просто вошел и, блядь, и показал класс. Красивые, кстати. Хорош, Кирилл. В честь Кирилла, блядь, еще одну. В честь Кирилла. Бля, ну все, Кирилл сдулся. В пизду Кирилла. Так, давайте, блядь. Открываю в честь Хесуса. АВГНа. Давай, Хесус, блядь, ты богач пиздец. Рулетки крутишь. Давай мне легендарную, заебал. Ебать, ты все в Америке проебал, что ли? А, золотую дал! Хесус, спасибо! Ебать, Хесус видно? Ну я же говорю, богатый, золотую карту сразу дал. Бред, парфик. Еще одну за Хесуса. Еще за Хесуса АВГН, еще. Ну-ка.
Ну, блядь, ну все, все, Хесус, иди в жопу, блядь. За бустера открываю. За бустера, пак. Хорош, бустер, реально бустер. Ебать, еще, в честь бустера. В честь бустера, бустер забустил. Нормально, блин, Зейвер раскидывается деньгами. Хорошо, ладно, хватит. Ивелона, в честь Ивелона. Давай, Ивелон. Турнир на 5 легендарок в ХАЭСе. По КС. Хорошо. Короче, Ивелон все проебал на турниры CSGO. Открываю в честь Сергеца Воробьева. В честь тебя открываю. Специально колдую. Пак Сергея Воробьева. Пак Сергея Воробьева. За 300 рублей, да, нельзя не открыть. Проверяем. Бля, ну что я тебе могу сказать, Воробьев Сергей? Пак говна у тебя. Надеюсь, ты лучше этого пака. Так, за Сахароску из Genshin Impact. Еще. Еще за Сахароску, я верю в нее. За Наташек, которые в Турцию уехали. За всех Наташек, которые уехали в Турцию. Пизда вообще нихуя. Ну чё, чё стоило ожидать? За базу, которая кормит. Нихуя база не кормит. За Стаса Аскета. Ну, нормально. За Ансабов. За Ансабов! Пак Ансабов! Пак Ансабов. Ну, блядь, такой же бомжатский, как и Ансабы, блядь. Пак Занерзула. Хорошо, Пак Занерзула. Спасибо большое, Паксен. Не, ни хрена. Пак за сабов. Пак за платных подписчиков тир 1. За подписчиков тир 1. О, вот они мои сабы. Вот они мои сабы. И эпическая, и золотая, хорош. Пак за подписчиков тир 1. За мир во всем мире. Ну, нормально, нормально. Хорошо. За подписчиков тир 2. За тир 2 сабов. Бля, тир 2 сабы хуже тир 1. Пиздец, вот это я не ожидал. За тир 3 сабов. Золотая редкая, нормально, еще. За тир 3 сабов. Короче, тир 1 сабы лучшие. Вот мы и доказали. За школьников открываю. За всех школьников. Хуй там плавал. За всех студентов. Бля. Ебать, ну я всегда знал, что студенты и школьники, бля, бомжи ебаные. Пойду сменю подписку. Нет, мультивейв, нет. За дотеров. Все, давайте так. За Братишкина. Давай, пак Братишкина. Давай, блядь. Бля, ебать, Братишкин тоже бомж. Я в ахуе. Бля, на что вы деньги проебываете, я не понимаю. За Фрик Сквад. О, Фрик Сквад, блядь. Ну ладно, ладно, хорошо. Вы хороши. Ладно, Фрик Сквад, ладно, ладно, неплохо, неплохо. Неожиданно, неожиданно, Фрик Сквад, неожиданно. Еще один за Фрик Сквад. Эпическая карта!
9. Ну, неплохо, неплохо. Хорошо, ладно. За 89-й сквад. Сейчас выясним, кто лучше. За 89-й сквад. Но, как бы, все ясно, да. Кто кого ебет. Вов, играешь? Вообще играю, но давно там не был. Хочу вот вернуться. Требую пак за Билли Хэрингтона. Пак за Билли Хэрингтона. Бля, нихуя. За Артема Вульфа. За Артема Вульфа. За Нерзула уже было, нарок. Не, Артем Вульф тоже говно. Нет. За ЛГБТ. Но ничего интересного. За феминисток. Ничего. За женщин. О, женщины! Это вам, сладенькие красотки. Еще одну за женщин. Все. За пацанов, за всех мужиков. Мужицкий пак. О, нормально, мужики, нормально. Еще один за мужиков. Эх. Девчонки круче оказались. За БЛМ. За модераторов канала. Блять. Модеры никчемные такие же. За нарк, хорошо. За Тимерию, сука! Ну, такое, как бы, такое. Идиоты. За нарезчиков давайте. За BTS. За за пользователей Твиттера. За анимешников. Анимешники никчемные. За мой здоровый хуй. Да, блять, спасибо, сука, ты меня никогда не подводил. И сейчас не подвел. Красавчик. Красавчик, блять. Всегда могу положиться на свой здоровенный хуй. Не за анимешников, аниме-шейхов же. Не, вы вообще в целом за анимешников. Еще раз. За мой хуй здоровенный. Ну, все, да. Тогда за мои огромные яйца. О, нормально. Еще за мои яйца здоровенные. Ну, кстати, редких накидал. Так. За Витьков. За всех Витьков. Бля, ведь Кириллы пока лучше. За Саш. Ну, нормально, нормально. За Жень. За кого? За отца уже делали. За Василия? За Василия! За всех Васильев, давайте. Не. Так, еще 5. За шейхов открываю золотую. Золотая, золотая, карта. Отличная, золотая, 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 обычная карта. За партнеров своего канала. Золотая, эпическая карта. Золотая, 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 редкая карта. Ну, золотая эпичная. За светлое будущее. За мир во всем мире.
А с хуя ли мы должны в честь тебя липик открывать? Короче, эти два пака решат сейчас ставку. За тех, кто ставит на синее. И последний за тех, кто ставит на красных. Золотая обычная карта. Золотая обычная карта. Золотая обычная карта. Золотая редкая карта. Золотая обычная карта. 7 из 8. Ну, кстати говоря, я выбил столько, сколько и прогнозируется, да. Вот сколько мы должны выбить, 7 из 8. Сколько мы должны были выбить, столько мы и сделали. Да. Ни больше, ни меньше. Вот так вот, чат.